Здравствуйте, я Юля Сайфан, художник. Сегодня видеопроцесс этого этюда с моими комментариями. Ссылка на видеореференс внизу. Итак, делаю наброски тоновой и цветовой. Посмотрите на цветовой круг, это контрастная триада. Сейчас вы увидите, что я ее расширила. Намечаю рисунок акварельным карандашом. Смачиваю лист. Намеченные линии немного растворяются в воде и впоследствии не мешают. Пишу от светлого к темному. Обычно на пленэре стоит задача как можно ближе передать к натуре тон и цвет. Дома можно поиграть цветом и решить задачу экстравагантным способом, взяв за основу тоновую нагрузку и придумав другое цветовое решение. Таким образом, вода может стать любого цвета. Я отталкиваюсь от контрастной триады. Буду чередовать мадженту и прусскую синюю в массе деревьев, а воду возьму лимонной и буду чередовать с кадмием желтым. Намечаю все желтые пятна, теперь лес и камни. Веерной пейзажной кистью получается сразу нужная фактура деревьев. Избавляюсь от белого листа. Добавляю камни на передний план. После полного высыхания листа уточняю рисунок восковыми мелками. Здесь я пробовала цвет неба, но решила его убрать мастихином. Это, на мой взгляд, одно из преимуществ масляной пастели. Ее легко можно счищать. Продолжаю подбирать цвет неба. Он должен быть в пределах данной гармонии, но контрастировать по тону с кроной деревьев на заднем плане. Уточняю по рисунку и цвету камни в воде, делаю их более синими. В ближайшую минуту будет просто видеопроцесс с музыкой. Затем я снова вернусь к объяснениям. Не разрушая тональный замысел, касаясь голубым в небе. Помимо лимонного, в воде использую голубой, а также светлый лаймовый и зеленый. Этот цвет не в пределах данной цветовой гармонии, но хорошо садится на лимонный и кадмий желтый по причине своего светлого тона. Объяснить одним словом, как это работает, я не смогу. У меня есть видео «Вибрация цвета». Оно о помощи тона в игре цвета. Просто посмотрите, будет ссылка внизу. Сейчас до конца будет снова музыка. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было полезно. До свидания.